Здравствуйте. Начнем сегодня последний официальный уровень для Prodeus бета. Это испытание скоростной забег с дробовиком, я его так понимаю. И надо добежать, собственно, до финиша за одну минуту. Что мы сейчас сделаем? Так, нажимаем играть и готовимся сразу бежать и стрелять в этого зомби. И нам надо отстреливать вот эти вот беленькие плюсики. Двигаться дальше. Не забываем докидывать патроны, потому что это важно. В один момент просто можно остаться без патронов и долго-долго дозаряжаться. Итак, здесь наверху первый секрет на этой карте. Это, собственно, карта. Далее вот здесь вот уже финиш, но зарулим вот сюда. Возьмем второй секрет. Так. И далее побежим вот сюда вот. Это по какой-то причине тоже секретная область. И теперь прыгаем уже вниз. И да. Вот такой вот забег. По-моему, я должен был уложиться в минуту. Да, я уложился в минуту. Прекрасно. Ну. Да, я думаю, в финальной игре будут это как или как бонусные испытания, или какие-нибудь, я не знаю, сторонние миссии, чтобы получить какие-нибудь апгрейды, если есть, если здесь будут апгрейды и так далее. Ну, не знаю, посмотрим. Главное, чтобы их не было слишком много и они не были обязательными. Ну да ладно. Собственно, да, на этом можно и закончить. Можно также еще потом посмотреть пользовательские карты. Их там уже не то чтобы много, но есть несколько интересных. И я думаю, я найду время, чтобы записать некоторые из них. Одну мне уже прям хочется записать, поэтому ждите скоро времени. Ну а пока да. Спасибо за просмотр и всего хорошего.